Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике мы сделаем крутую превьюшку по игре Dota 2. Рекомендую досматривать каждому до конца. Итак, приступаем к самому видеоролику. Сразу вам скажу, превьюшка будет максимально простой, ничего сложного в этом не будет. Если кто-то вдруг чего-то не поймет, в таком случае пишите в комментариях, я вам постараюсь объяснить некоторые детали, которые вы не поняли. Вот. Первым, что я делаю, это отделяю персонажа от фона. То есть самое элементарное для дизайнера, как я считаю, это отделить персонажа от фона. Больше тут никаких трудностей нет. Как бы тут объяснять тоже смысла нет, как это делается. Дальше идет расстановка объектов, то есть композицию. Я начинаю накидывать какие-то детальки композиции. Вот. По поводу композиции вообще. Тут как бы как таковых трудностей тоже нету, ну, в принципе, все и так понятно, как вы будете расставлять, то есть вы в голове у себя уже прикинули, что как должно выглядеть, и дальше накидываете второстепенные объекты, то есть те объекты, которые будут играть наименьшую роль в вашей работе. Дальше там свечение, тени, все такое по дефолту. Если вы не умеете их делать, то у меня есть отдельный видеоролик на эту тему на канале. Вы сможете зайти, посмотреть и как бы использовать вот все это дело. Ага, дальше. По поводу еще каких-то моментов, которые вы, наверное, не понимаете. То есть это как сделать вот такие вот крутые подложки, вот эффекты. То есть сразу вам скажу, как бы это можно сделать легко, то есть если вы умеете пользоваться инструментом прямолинейных лосов, у вас не возникнет никаких трудностей в этом плане. Вот. А если вы вообще новичок в фотошопе, то рекомендую вам для начала освоиться вообще в фотошопе, что такое фотошоп, вы должны представлять. Так как, ну, если вы не знаете этого, то и процесс ваш, соответственно, тоже не пойдет. Надо как минимум изучить базу основы фотошопа. После этого уже приступать, повторять вот такие вот работы. Так как, ну, я делаю для более-менее таких продвинутых дизайнеров, то есть не совсем новичков. Для совсем новичков у меня есть отдельный курс по фотошопу, вы можете его прямо сейчас просматривать, то есть постепенно уже начинать с сегодняшнего дня это все делать, вот, чтобы через месяц уже смотреть полноценные вот такие вот арты. Дальше. По подбору эффектов я вам скажу, все это делается исключительно по ситуации на глаз, то есть тут нет никаких конкретных шаблонов. Вот, по ситуации все делаем, то есть смотрим, нравится, не нравится, под свое личное мнение подставимся, как вы в голове себе это представляете, так вы должны представлять и в самой работе, вот, без каких-либо трудностей. По поводу стиля текста, да, у вас может некоторых не быть, в этом разве что может быть и основная проблема, а так, я считаю, ну, трудностей у вас не должно никаких с этим возникать, вот. Также контурный свет, немаловажный элемент самой работы. Если вы не умеете делать полноценно контурный свет, то как бы я вам не рекомендую даже сейчас пытаться повторять. Ну, вы можете повторить, но у вас не будет прям такого сочного результата, который вы хотите увидеть сами. Вот. Так что для начала всего понемножку изучайте и потом уже приступайте к самому созданию, то есть к самому процессу таких вот работ. Дальше еще какие-то по мелочи там есть нюансы, но я думаю, вы их со временем сами изучите, то есть у вас они возникать уже, как правило, не должны. Сразу скажу, то есть все исходники я вам оставлю по ссылочке в описании, то есть если у вас какие-то вопросики будут по самой работе, вы можете написать мне лично во ВКонтакте, то есть я там уже постараюсь более детально ответить, если на видеоролике в комментариях я вам ответа не дам, то есть считайте тоже, что в зависимости от времени у меня много видосиков выходит и не всегда я захожу на эти видосы, то есть вот, учитывайте этот факт. Вы тоже должны как понимать, если вам какие-то исходники нужны, недостающие, которые я вдруг не оставлю в своем таком Google диске, то есть в своих дисках, то есть вот, пишите во ВКонтакте. Там я уже вам по-любому все дам, я подписчиков всегда поддерживаю в плане дизайна, то есть я не как некоторые дизайнеры, которые не продают материал, пытаются продавать вместо того, чтобы дать бесплатно. Вот. Также скоро вы можете увидеть стили текста на моем канале, я их скоро сливаю уже фулл пачку свою, которая у меня только есть. Тогда вы уже довольно сразу прям актив покажете, я уверен на 100%, то есть актив будет выше, чем на этом видеоролике, соответственно. Вот. Но как бы тут работа уже практически готова.
Не знаю, понравился вам результат или нет, решайте сами. Ну, а на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо каждому человеку, который досмотрел мой видеоролик вообще до самого конца. А с вами был ProGamer. Всем до новых встреч. Досматривайте сейчас до конца. Я отключаюсь.